Всем огромный привет! Сегодня уже на календаре 17 декабря, и я обещала подвести итоги конкурса в 18:00 по Москве. И, конечно, я исполняю свое обещание. Сейчас мы скопируем ссылочку и в рандомайзере ее вставим и посмотрим, кого выберет у нас программка. Кто будет победителем. Я, конечно, сразу хочу всех поблагодарить за то, что вы приняли участие. Для меня было это очень важно. Я безумно вам благодарна. Поэтому, если кто-то не выиграет, кто очень хотел, я прошу вас не расстраиваться, потому что я думаю, что на канале я буду проводить чаще конкурсы, и подарки будут очень даже достойные. Ну, давайте выбираем победителя. Это у нас Ольга Артамонова. Сейчас мы посмотрим Олечку. Вот какая красотка. Олечка у нас. Так, смотрим. Угу. Вот она, Олечка. Так, подписки. Сейчас попытаюсь найти себя. Я надеюсь, что Оля выполнила все условия и подписалась на мой канал и так далее. Остальные условия, они были достаточно такие простые, ничего сверхъестественного не было, я не просила ничего такого. Спасибо также девчонкам, кто репосты делал моего видео. Вот я себя нашла, и Олечка, ты получаешь призы. Призы я, к сожалению, не посмотрела, что ты написала, какие призы ты хотела. Ну, сейчас мы посмотрим. Здравствуйте, Алена, меня зовут Ольга, я из Пензенской области, города Никольска. Спасибо вам, конкурс, участвую, всех с наступающим. Очень хотелось бы водичку от Yves Rocher, так как не знакома с этим брендом. Конечно, Олечка, ты получишь свой аромат, и если ты сейчас меня смотришь, то постарайся, конечно, побыстрее меня найти в социальных сетях. Под видео будут различные ссылки и ВКонтакте, и в Инстаграм, и также будет моя электронная почта. Но я постараюсь по имени и фамилии тоже тебя поискать. Поэтому всех благодарю за внимание, всем удачи и пока-пока!